О финансовой децентрализации в Казахстане высказывались представители ООН. Меньшая зависимость районных бюджетов от центра, по словам экспертов, повысит эффективность местного самоуправления. Простыми словами, у казахстанцев появится возможность коллективно распоряжаться бюджетными средствами. В своем послании президент страны заявил, районным акимам следует предоставить право самостоятельно формировать бюджет. Прежде всего, это позволит существенно ускорить решение насущных проблем на местах. Многие эксперты отмечают разрыв между теми бюджетными средствами, которые выделяются в центре, и что ожидает местное население. Может быть, например, выделяются средства на строительство какого-то объекта, да, в какой-то области, да, а местное население считает, что этот объект не нужен. И вот для того, чтобы этот разрыв уменьшить, децентрализация ведет к тому, что местное население будет само говорить, что они считают нужным для строительства в этом месте.